Такие курсы будут проходить, если они будут, если вам интересно будет, это будут выездные курсы. Это также будет проходить в Москве. И как бы такой легкий анонс, вот мы сегодня проводим легкий анонс по продуктам Вивасан. Вы, наверное, наверняка все уже всем этим пользовались, просто может быть, как-то неправильно, может быть, как-то, ну, надуманно. Часто очень много льют на волосы продуктов, которые, ну, не нужно пережирнять, потому что волосы все-таки это такое полотно, которое можно легко залить жиром, но дело в том, что если волос он просто смоется или что-то, то кожа ваша пострадает сильнее, и волос от этого будет выпадать. Как бы легкий такой экскурс мы сделаем. Сначала начнем с продуктов, которые шампуни, бальзамы, маски. Шампуни, коротко так, если говорить, шампуни в принципе из всей линейки, это они делают одно и то же. Только содержание моющих веществ, которые есть в разных шампунях, оно чуть-чуть разное. Допустим, если для жирных волос вы используете шампунь, то там очень легкие павы, там наоборот, более сильные павы, которые смывают хорошо, смывают с кожи жирную пленку и открывают устья в коже. Кожа от этого дышит, у нас получает волосяная фолликула, получает кислород, и от этого волос растет. Волосяная мышца, которая держит фолликулу, она за счет этого укрепляется. Вот для жирных волос вы используете, потому что очень сильно забита кожа, очень сильно в ней присутствуют пробки. Я могу показать, конечно, на этом, ладно, на планшете. Ну, примерно, вот поймите, я так вот пальцем покажу, вот как если это устье, здесь вот так будет пробка, и вы ее легко вымоете шампунем для жирных волос. Также, если присутствуют такие пробки на коже, вы можете использовать как скраб, как детокс шампунь Меглиорин. Потому что в нем наиболее сильное, наиболее мощное очищающее вещество. Вы за счет этого шампуня откроете волос, и все продукты Меглиорин, которыми вы пользуетесь, попадают внутрь и питают мышцу. Почему волосы начинают расти? Как пользоваться шампунем Меглиорин, чтобы провести такую процедуру детокс? Вы наносите первый слой. Первый раз наносите, вспениваете, смываете. Потом второй раз вы наносите, вспениваете, держите 10 минут и тогда уже смываете. Если вы применяете какие-то послепродукты, ну, то есть если вы лечите волос, вы применяете ампулы. Следом за ампулами вы применяете лосьон с спиртом либо без спирта. Со спиртом вы применяете лосьон, если у вас достаточно жирная кожа головы. И сухая – это обязательно без спирта. Спирт также будет усиливать рост волос и не даст вашей жирной коже, она начинает меньше загрязняться. По капсулам Меглиорин, я думаю, то, что наш профессор уже они есть же и записи, есть и видеоролики, в которых он говорит, как применять. Поэтому я не буду углубляться в это. Это уже, скажем так, врачебное. Дальше, если мы берем, применяем с Меглиорином, мы разобрались. К любому продукту, если вы хотите, если у вас загрязненная кожа, и закрытые устья, все равно применяйте шампунь Меглиорин как очищение. Хотя бы раз в месяц, лучше 2 раза в месяц применять его. И получается, это у вас будет как такой шампунь-детокс, шампунь-скраб. Это можно даже сказать
есть в других продуктах и называются флюиды, которые открывают именно устье, чтобы волосяная фолликула работала. Далее вы с шампунями обычными, то есть вот я сказал про жир, для жирных волос, для сухих волос, там больше добавлено масел, поэтому идет уход и питание именно сухой кожи, не дает отслаиваться чешуйкам кожи очень сильно. То есть если вы видите, что у вас перхоть, но опять же, тут нужно посмотреть, какая перхоть, вдруг это жирная перхоть, вдруг это у вас сиборея. И если вдруг сиборея и жирная перхоть, сначала детокс, потом вы применяете следующий, другой шампунь. То есть сразу же после детокса. Вы сделали детокс, применяете сразу другой шампунь, и потом вы применяете несмываемый бальзам. Также вы можете спросить, а как же наша шелковая маска, которая должна применяться. Да, ее нужно применять, но нужно применять где-то 4 раза в месяц. Это самое, ну, такое оптимальное. Если у вас волос сухой, если у вас волос ломкий, рассеченный, то обязательно применяйте шелковую маску. Шелковая маска не дает волосам расщепляться и становиться секущимися. Почему? Также для этого мы применяем все время несмываемый бальзам. Что я хотел бы? Вот на днях мы сидели и размышляли о том, как лучше сделать нанесение бальзама, чтобы оно было более удобное. Если у вас есть возможность, или, может быть, у кого-то остается, кстати, вот такого вида пузырек, который спреем, лучше всего будет перелить туда бальзам и наносить его прям так вот на сухие волосы, либо влажные волосы. Вы наносите на сухие, если вам нужно сделать укладку. Даже будет эффект такой легкого ламинирования. Когда вы нанесли и сделали сначала феном, потом утюгами, у вас будет эффект легкого ламинирования. Такой же вариант, как легкое ламинирование, вы можете делать в соединении еще и с маской. Но маску обязательно смывать, потому что она будет очень жирнить волосы. Вот. Далее мы поговорим о шампуне для окрашенных волос. В чем его секрет? Почему он именно вот он для окрашенных волос? В этом шампуне содержатся вещества, которые немного размывают молекулу красителя и заново покрывают у вас волос цветом после того, как вы окрасились. То есть вы покрашены краской санатинт, вы применяете обязательно шампунь для окрашенных волос. В нем есть все компоненты, которые вам будут помогать. То есть и для жирных волос он подходит, и для сухих волос он подходит, и для нормальных волос. То есть не нужно специально какой-то шампунь для определенного типа волос, берите для окрашенных только окрашенные. Это сохранит ваш цвет, это не даст размываться сильно молекулам красителя, но краситель будет размываться у вас, если вы делаете детокс. Так что после детокса обязательно будет чуть-чуть снижение цвета, будет такой более прозрачный, более пастельный цвет. Поэтому детокс делайте на окрашенных волосах немножко реже. То есть можно раз в месяц сделать его и где-то как раз за неделю перед следующим окрашиванием, смотря насколько часто вы краситесь. Но в принципе все красятся где-то раз в месяц, как у кого растут волосы. Некоторые красятся и 2, и 3 раза в месяц, потому что тут уже метаболизм человека, как говорится, не угадаешь. Вот теперь поговорим о красителе Санатинт. Хотелось бы отметить, если среди вас, а я слышал, что есть люди, которые мастера, стилисты, что им будет очень важно знать, что шампунь, господи,
что краситель санатин – это краситель люкс. Если вы когда-либо сталкивались, вероятно, с люксовыми эко-красителями, их всего несколько, их всего 3-4 на весь мир. И они стоят очень дорого, очень дорого. И после, вот, можно сказать, последнего подъема цен, где-то в среднем эко-красители в среднем стоят от 1500 и до 5000. Один есть даже стоит 7500. Так что вот ценовая политика, тем более в санатинте, все-таки присутствует сразу же и красящее вещество, и окислитель. О самом окрашивании, о курсах, которые мы хотим проводить, это именно курсы «Секреты окрашивания», «Секреты колористики», именно санатинт. Я научу вас, как работать с эко-красителями, потому что эко-красители – это необычные бытовые краски, либо профессиональные краски. Они имеют несколько таких существенных особенностей, которые мастер должен учитывать. И также эти курсы будут призваны, нужны людям, которые хотят красить друг друга, красить своих подруг или своих даже мужей, потому что в этой линейке присутствует, в линейке санатин присутствует достаточно красителей натурального тона, которые шикарно, хорошо прокрашивают без иссушивания волос, без бликовости, без ненужных каких-то тонов на мужских волосах, потому что они совершенно по-другому работают, как женский волос. Но этот краситель, он идеально прокрашивает и не агрессивно влияет на кожу, не агрессивно влияет на полотно волос и на здоровье человека. Потому что на данный момент сейчас у нас присутствует в продаже, в не Вивасан, а в продаже как бытовые красители и прочее добро, краски для мужчин, именно тонирующие краски для мужчин, или как их еще называют, камуфляж, которые делают окрашивание. Но мужчины не любят краситься и долго сидеть, которые красят за 5-10 минут. Вот представьте, любой краситель у нас работает от 30 минут. Эко-красители, как правило, работают от 40 минут. Это вы должны сразу запомнить. Любой эко-краситель работает от 40 минут. Потому что все компоненты, которые в нем заложены, а наибольшее содержание, вот, допустим, краситель санатин – это касторовое масло, и красящие вещества, они работают именно в соединении с ним при увеличении времени, при нагревании, естественном нагревании от человеческого тела, от тепла человеческого тела. Так вот, говоря о мужском окрашивании, все вот эти вот 5-минутные, 10-минутные, вы представляете, какое агрессивное воздействие идет на кожу и на организм, если они работают так быстро? И несколько раз уже было, я замечал, просто мастера, ну, отвлеклись, передержали там на 10 минут, передержали у клиента на голове краску, и у него реально появились волдыри. Просто сожгли кожу до ожог второй степени. Это жесть вообще. Вот. Вот санатинтом невозможно этого сделать. Потому что здесь присутствуют масла, которые защищают кожу головы, которые питают во время окрашивания. Ведь в чем отличие эко-красителя? В том, что он питает. То, что он практически лечит, то, что он практически восстанавливает волос. Сам волос, само полотно волос, его невозможно восстановить, это мертвая ткань, если быть честным.
Но вы можете его содержать в эстетически красивом виде. Вам главное, чтобы был здоровый не волос. Ну, когда вот говорят здоровые волосы. Здоровые волосы идут из здорового тела, из здоровой кожи. То есть изначально, когда из чего растет, как говорится, если земля плодородная, то и дерево красивое. Также и волосы. Если у вас ухоженная, здоровая кожа, если у вас здоровые фолликулы, если у вас здоровая мышца, если у вас идеально здоровые капилляры вокруг корня волоса, то у вас будут красивые волосы. Будут вовремя смазываться себумом. Себум – это жир, естественный жир, который выделяет человеческий организм, человеческая кожа, выделяет для смазывания волос. Если, вот опять же, немножко отвлечься и сказать, не мойте слишком часто голову, потому что вы смываете естественное смазывание волосы, вы смываете естественную защиту. То есть каждый день, и каждый день мыть, ну, не следует. Просто если вы моете каждый день и говорите, ой, у меня очень сильно жирнятся волосы, у меня очень сильно жирнится кожа, значит, вы к этому ее приучили. У вас организм работает, кожа работает на то, чтобы восполнить опять себум. И она настолько привыкает, а привыкает она буквально за неделю. Если вы будете каждый день мыть голову, то у вас организм начинает усиленно вырабатывать себум, и потом у вас через неделю, две, месяц у вас получается жирная кожа головы. Немножко нужно от этого отучать. А отучать как? То есть, если вы помыли голову, примените лосьон со спиртом, если у вас уже такие проблемы после того, как вы мыли постоянно. Примените лосьон со спиртом. То есть вы утром встали, примените его на кожу, он подсушит, не будет так активно вырабатываться себум, он сузит ваши поры, именно поры выхода себума, и он не будет сильно жирнить волос. И так постепенно отучайте. Достаточно будет. Но если у кого жирная кожа, то достаточно 2 раз в неделю, а 1 раза в неделю вполне достаточно для того, чтобы волосы были здоровы. Потому что если вы моете каждый день, вы буквально высушиваете волос, вы волос истончаете. Потом вы приходите к мастеру, к стилисту и говорите, ой, что мне делать? У меня такие тонкие, сухие волосы. Первое, что я задаю вопросы, я говорю, как часто вы моете голову? Это раз, потом мы уже обращаемся к каким-то медицинским проблемам. Я задаю вопрос, если при выпадении, я задаю вопрос про щитовидку. Вот. Щитовидка – это у нас при выпадении волос, сразу обращайте внимание на щитовидку. Если у вас больная щитовидка, будут у вас выпадать волосы. И наоборот, то есть если у вас выпадают волосы, проверьте щитовидку. Посмотрите, что у вас не так с гормональным фоном. Потому что гормональный фон очень сильно будет влиять на то, как волос держится именно в фолликуле. И говоря о гормонах, что интересно, что нам сейчас, извините, что нам не дает работать тестостероном. Ведь как бы андрогинное выпадение волос у мужчин и также у женщин у нас происходит от переизбытка тестостерона. Что нам помогает в продуктах Вивасан этого избежать? Есть такие ампулы, о которых я уже говорил, которые у нас на коже создают такую пленку легкую, но это при проблемах они применяются при выпадении, создают такую пленку, которая не будет давать превращаться
тестостерону в гидролизованный тестостерон. То есть, если он у вас превратился, у вас началось выпадение. У вас буквально вот гидролизованный тестостерон, он совершенно несовместим с естественным ростом волоса. То есть он работает на то, чтобы выпадал волос. Почему мужчины лысеют? И ампулы не дают превращаться ему. То есть он также работает, он также выделяется. Но когда вы помыли шампунем, открыли устье, нанесли это, он проник в фолликулу. Ампула проникла в фолликул, вещества, которые необходимы, чтобы предотвратить превращение, проникают в фолликул и не дают там, как бы не дают вот этой вот, ну, вообще это естественная мутация, как бы скажем так, тестостерона, но мы просто отматываем время назад, мы не даем ему сильно работать и не наносим вреда, какой вред наносят такие препараты, как Микосидил, ой, не Микосидил, господи. Я сейчас очень много препаратов, которые применяются при выпадении волос. Все они сделаны на гормонах. Не могу сейчас вспомнить, если сейчас я в течение разговора вспомню, извиняюсь. Но все препараты, которые вы применяете в ампулах ли, в таблетках, все они работают на угнетение тестостерона. Но если вы, извините, угнетаете тестостерон в организме лекарственными препаратами, то, естественно, у вас начнутся другие проблемы. У вас начнутся гормональные сбои в тестостероне. Как бы мужчинам это совершенно не нужно, чтобы тестостерон переставал работать. Да, у вас будут красивые волосы, но унылое лицо. Скажем так. Вот. Так что лучше работать все-таки с ампулами и с препаратами естественного растительного происхождения, которые не угнетают изначально, гормонально не угнетают тестостерон, не увеличивают содержание прогестерона, чтобы угнетать тестостерон. То есть это те препараты, которые, я опять же говорю, что это должен назначать профессор. Он все об этом уже рассказывал и показывал очень хорошо. Это препараты Трикокс, которые, естественно, и без вреда организму, без вреда, без разрушения тестостерона работают на то, чтобы волос у вас естественно рос. Просто немножко убирают мутацию и эти капсулы, и ампулы, они убирают мутацию тестостерона. И в итоге у вас волосы, естественно, нормально растут, и у вас, опять же, не унылое, веселое лицо. Это я про мужчин. Да, а у женщин тоже так же андрогинное выпадение бывает. Бывает андрогинное выпадение, бывает сезонные выпадения. Андрогинное, оно опять же является таким гормональным. Увеличение тестостерона, капсулы и ампулы естественно работают и выравнивают. То есть если уже у мужчины не появляется проблем от применения препаратов с потенцией, то у женщин не появляется увеличение роста волос на лице. Потому что дисбаланс гормонов в организме, они естественным образом дают рост волос на лице. Это как мы часто видим, допустим, с возрастом постепенно у женщины увеличивается количество тестостерона в организме, чем прогестерона. То есть идет Вот нарушается этот баланс, и прогестерон падает, а тестостерон повышается, появляется растительность. Эти капсулы работают и на это. Они выравнивают баланс. Они выравнивают баланс гормонов в организме и не дают появляться ненужной растительности, а мужчинам как бы позволяют потенцию оставить в покое без
агрессивного воздействия гормонов, которые содержатся в других препаратах, даже в ампулах. Но еще чем они проблематичны, те ампулы. Господи, прямо вот крутится в голове. Ладно, не факт. Они во многих, очень во многих компаниях, но очень широко он представлен в компании L'Oréal. Если вот эти ампулы представлены в L'Oréal, если вы начнете этими пользоваться ампулами, то эти ампулы вам на всю жизнь. Да, у вас будут расти волосы, да, у вас будет прорастать сосудистая сетка, но как только вы отменяете ампулу, через 5 дней окончания работы этого гормона у вас волос выпадает. Средняя стоимость где-то на месяц применения 7500. Это по старым ценам, я сейчас не говорю. Можете умножить на 2, 15 тысяч будет. Так вот, 15 тысяч. И это нужно делать всегда. Всю жизнь вы должны принимать, чтобы волос у вас не выпадал. Мазать эти ампулы на голову, чтобы у вас была проросшая хорошо сосудистая сетка. Они делают только одно. Они проращивают сосудистую сетку капиллярную и поддерживают мышцу в рабочем состоянии, которая снабжает, держит фолликулу и снабжает именно вот кровью корень волоса. Наши же ампулы и наши продукты не нужно применять всю жизнь. Если вы избавились от проблемы, если вы выровняли уровень гормонов, если вы очистили кожу, если вы убрали мутацию тестостерона, то вам не нужно дополнительно, они не содержат гормонов. Вам не нужно дополнительно после того, как вы избавились от проблемы, проходить еще такие усиленные курсы. Да, вам нужно будет поддерживать в состоянии раз в два, вероятно, но это уже по назначению профессора, я не буду сейчас в это углубляться. Раз в 2-3 года вы можете проводить такую же легкую какую-то терапию, чтобы поддержать корень, она вам не повредит. Это, опять же, выровняет хорошо уровень гормонов в организме и подпитает ваш корень, ваши фолликулы волос. Вот о выпадении поговорим. Поговорили. Продолжим о красителе. У нас есть два типа красителя. Это лайт и санатин обычный. Санатин-то обычный. Лайт – это краситель более активного действия. Он сильнее работает на седых волосах. Обычный санатин, он работает на всех типах волос. Просто можете чуть-чуть увеличивать время, но, опять же, еще раз скажу, все секреты и все какие-то колористические моменты мы будем раскрывать только на дополнительном семинаре. Дополнительный семинар, я скажу, как бы такой легкий анонс. Он может быть и выездным, так как вы, насколько я знаю, у меня есть сейчас Воронеж, у меня есть также, по-моему, Пермь. Пермяки, привет, Воронеж, привет, Ижевску, привет. Воронеж особенно, потому что я там учился Николай Иванович Харьковского, это мой учитель, мой гуру. Все, наверное, там знают, центр моды. Знаем, знаем. И я сам родом с Липецкой области, с Ельца. Вот, так что мне легко, допустим, к вам приехать, как говорится, между заодно и к маман заехать. С удовольствием поеду. Если хотите, то, пожалуйста, звоните, связывайтесь. У меня есть как турменеджер и директор, есть Марина Рождественская. Вот, можете с ней связываться, она меня поставит в курсе, будет держать.
Вот. На этих курсах мы будем прорабатывать полностью окрашивание. Окрашивание с моделями. Вы будете красить сами. То есть я буду вам показывать, как это делать. Мы проработаем, как часто очень мне задают вопросы в Асане, как создать пепел, как создать цвет пыльная роза. Пыльная роза – это вот даже, ну, такая роза чуть-чуть запыленная. Это сейчас очень модная, очень такой трендовая вещь, потому и все стилисты стремятся научиться ее делать. Это достаточно легко, но на эко-красителе вы это сделаете не только легко, вы это сделаете еще и лечебно. Вы сделаете это безопасно, вы сделаете это с уходом. И еще раз повторюсь, эко-краситель может являться только люксовым товаром. Это штучный товар. Если вы берете санатин для окрашивания, эко-продукт для окрашивания клиента, то это только для него. Это только ему. То есть, если вы предлагаете своему клиенту, подруге, знакомой, то это только для него. Потому что я научу вас подобрать человеку цвет, подобрать человеку алгоритм работы с красителем. Мы полностью проработаем блонд, как нам нужно сделать, допустим, пепельный блонд без вреда. Мы отработаем на порошке, ну, не буду все открывать. Вот информация платная. Не буду все открывать. Мы проработаем блонд, мы проработаем пыльную розу и также проработаем все тона, которые вы захотите. То есть вы предварительно делаете какие-то запросы. То есть мы хотим узнать то-то, то-то. То есть там пепельный блонд, холодный блонд, теплый блонд, пыльная роза, брюнет и прочее. То есть мы проработаем как уходовую сетку, как сетку окрашивания. То есть это большой объемный целый день семинар, можно два, вот, если какая-то группа. Будут до 15-20 человек, не больше группы. То есть каждый должен попробовать, каждый должен почувствовать, как работать с красителем, как правильно наносить экопродукт. Потому что в экопродуктах даже само нанесение, оно особенное. Как это сделать, как сохранить цвет, как усилить цвет. Я вас этому научу. Потому что я тренер-технолог, у меня уже 23 года стажа, 24 уже в этом году. Я очень давно работаю на разных продуктах. На экопродуктах я работаю только с Вивасаном. Я работаю где-то около 8, даже 9 лет. Я работаю с ним. Вот. И я могу вам рассказать, как бы в Вивасане еще не было тренера, бьюти-тренера, который вам расскажет, как работать с красителем. Потому что это реальные секреты, это реальная техника, которая будет для вашего клиента именно эксклюзивом. Это будет премиум-услуга, потому что санатин, он работает только как люксовый краситель, только как премиум и только для клиента определенного. То есть есть целые салоны, у которых есть эко-философия, целая философия брендов. Наша философия, она работает в принципе так же. Потому что любая эко-философия эко-салона, эко-продукта, она по одной линии работает. Она работает для того, чтобы клиент получил не только цвет, но и удовольствие от цвета. То есть во время окрашивания человек не чувствует, нету запаха неприятного аммиака, нету неприятных запахов во время процедур каких-то других определенных, теогликолевых запахов нету.
И ему не сжигают кожу, ему не сжигают волосы. Он уходит довольный, с блестящими волосами, как будто он побывал в супер-бьюти-салоне, а на самом деле эта подруга покрасила дома. Вот. Это будет такой наш маленький, как говорится, секрет между нами. Но не рассказывайте клиенту, что это так просто и легко купить. Это штучный товар. Это дорогой штучный товар. Для клиентов салона, я знаю, что сейчас есть мастера, для клиентов салона вы можете предлагать, что это эксклюзив только для тебя. Но я уже повторяюсь, но в принципе, почему я не могу не повториться, потому что люблю этот продукт, он идеально работает. Идеально работает. У вас потрясающий блеск волос, у вас потрясающее состояние волос, не рассеченные, не сухие концы, а в сочетании с остальными продуктами, которые ухаживают за волосами, они позволят вашему клиенту, вашей подруге, другу выглядеть идеально. То есть не будет на мужских волосах непонятных, ненужных бликов, не будет краснений, не будет зеленений на волосах. Очень многие сталкиваются. Это все будет на курсах. Мы будем рассказывать, как сделать, чтобы волос не позеленел, чтобы он не покраснел. Мастера это знают. Просто с экопродуктом есть особенности работы. Они работают не как обычный краситель, хотя и также они работают по цветовому кругу, но чуть-чуть там есть свои особенности именно и секреты, которые эко-красители в себе содержат. Вроде бы я все рассказал, но забыл, кстати, забыл про масло без масла. Масло без масла у нас работает так же, как термозащита. Вы можете с ним работать для мастеров и для, скажем так, слушателей скажу, что термозащита необходима для волос, для каждого, если вы используете фен, если вы используете утюги, потому что и фен, и утюги, даже если это будет разнеможенный новый Dyson и прочие вещи, они все равно пересушивают волос, они все равно убирают влагу из полотна волоса. И всегда применяйте термозащиту. Волосы вам скажут спасибо. Так вот, термозащита и как лечение, и как уход работает масло без масла. Само собой, вы помыли голову, после нанесли бальзам несмываемый. Я опять же говорил, будет очень удобно работать вот в спреевом варианте. Он прям идеальное распыление и нанесение, то, что нужно вашему волосу. Вот. Потом вы наносите масло без масла. Если у вас есть термоукладка, и у вас идеальный блестящий волос. Если вы применяете на сухих волосах, оно работает как легкий фиксаж. Оно работает у вас практически как легкий фиксирующий термоспрей, который создаст даже идеальные локоны, если вы будете перед этим проработали его, побрызгали. И потом вы применяете щипцы, ну так называемую плойку. Вот, у вас идеальный локон, он еще фиксирует. Он еще работает как такой лак, который не будет у вас осыпаться. Он не будет создавать вот этой вот перхотистости на одежде. И не только блестящие локоны, но еще и уход, пока вы будете его носить. То есть мы сразу получаем практически три в одном. У нас лечение, уход и укладка. Бомбовый продукт. Прям вот пробуйте, работайте. Но опять же, на курсах мы будем все это прорабатывать и рассказывать более как бы в работе с волосами. Как нанести? Не переусердствуйте только в нанесении масла без масла. Любого хорошего продукта может быть много. Перельете, будет жирнить. Любое. Что бальзам, что маска, что это. Всегда используйте, ну, если сухой волос, то у вас волос должен быть где-то
Вот вы помыли голову, высушили полотенцем, вы его сбрызнули. То есть 85 перед сушкой, 85% волос должен быть сухой. То есть не должно течь, ни бальзам не должен течь, он не должен у вас быть прямо вот соплями склеенными. Ни бальзам, ни масло без масла. Наносите без фанатизма, потому что можно перепитать. Потому что продукт очень богат жирами, очень богат маслами. И можно даже любым продуктом, и экопродуктом, и обычным. Если во всех остальных, которые продукты масс-маркета, то в них содержатся силиконы. Чаще это тяжелые силиконы, которые, опять же, нам приходится потом выгонять. Это они создают эти самые пробки, идеально создают пробки, тяжелые силиконы. Вот они содержатся в шампунях, тяжелые силиконы. Они содержатся в бальзамах, которые идут бытовые масс-маркета. И вы можете закупорить, потом просто применять, если вы не постоянно работаете, живете с Вивасан, если вы не постоянно применяете продукты Вивасан, то сначала вы перед тем, как вы применяете какой-то продукт, все хорошее удобрение наносится на подготовленную почву. Сначала очистка, потом лечение. Потом нанесение, уход. Но опять же повторюсь, эта очистка не должна у вас делаться чаще 2 раз в месяц. Не нужно фанатично часто наносить, потому что она каждый раз отслаивает эпидермис, и у вас он становится незащищенный. Также это и мытья касается, почему я говорю часто очень не мыть. Так вот. Я бы хотел еще услышать от вас вопросы, потому что как бы я знаю то, что у вас были какие-то будут какие-то вопросы обязательно. Хочу услышать их от вас, дорогие мои. Спасибо за внимание. Жду от вас вопросов. Спасибо большое, Сергей. Ну, во-первых, очень, очень все симпатично, очень здорово. И сам вы очень стильный человек. Прямо настоящий стилист. Значит, вопрос такой, вопрос хитрый, я так понимаю. Если в краску 77 Light добавить краску 21 кун, можно ли получить отлив рыжинки? Или не смешивать, а наносить постепенно? Волосы от природы тонкие, шатенка. Слышно меня? Думаю, что нет. Опять не слышно. Ну тогда читайте сами. Да нет, мы слышим, он не слышит. А. Наверное, там читают ему. Ой, у меня сейчас нет, можно палитру? А, Сейчас, понятно. одну секундочку, возьмем палитру. Но пока вот следующий вопрос, Сергей, слышите нас? Нет, Сергей вас не слышит. Я буду зачитывать вопросы в чат. А, Поэтому Данила, пишите, вы? пожалуйста, в чат. Да. Так, Данила, вы? Ага, хорошо. Ну вот, вот там следующий вопрос, что шампунь от Да, выпадет. я сейчас Давайте. зачитаю. Так, Сергей, вопрос. Когда планируется мастер-класс и сколько он будет стоить? Можно ли участвовать в режиме онлайн? Если да, то какова будет цена? Но лучше онлайн, потому что это очные мастер-классы. Стоимость будет 3 000 один день. Вот. И ну, онлайн это сложно сделать, потому что вы должны попробовать продукт. Это именно такие, именно глубокие мастер-классы, это именно присутствие. Мастер-класс присутствует. Тут вы, это важно. Онлайн. Ну, если вам будет понятно, в принципе, можно и онлайн, можно. Но этот мастер-класс займет не просто ни час, ни два. Он будет идти,
То есть где-то часов 5-6, поэтому 6 часов онлайн – это сложно. А, так, хорошо, тогда вернемся к первому вопросу. Если в краску 77, а добавить краску 20, 1 к 2, можно ли получить отлив рыжинки или нужно смешивать и нанести постепенно? Волосы от природы тонкие и шатенка. А что нужно получить? Отлив рыжинки. На чем? На блонде? На шатенке. Ну, а зачем вам двадцатка? Я просто... А, все, 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 20, я не ту взял, извините. О, да, 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 вполне, вполне, 77. Да, ну возьмите двадцатки две части и 77-го одну часть, да. А, так, следующий вопрос. А, правильно ли я поняла, что шампунь от выпадения надо использовать не чаще 2 раз в месяц? Да, правильно, потому что это активный шампунь, он работает также, то есть вы можете его просто помыть, а можете сделать как детокс-маску. Это вот как я уже говорил, еще раз повторюсь, вы наносите, вспениваете, смываете, второй раз наносите, вспениваете, держите 10 минут, смываете. У вас это работает как скраб, это у вас работает как... Господи, сегодня прям залипаю. Он у вас удаляет роговевшие чешуйки, он у вас снимает, господи. Ну, в принципе, работает как скраб, он работает... Детокс, вот, детокс, наверное. Безвредное удаление с поверхности кожи, роговевших чешуек, открывает устья, удаляет всю грязь, удаляет... продукты, которые вы наносили до этого, потому что тяжелые силиконы, они прям лепятся, к корню, они лепятся к устью и лежат там прям грузом. Если взять микрокамеру, то на ней будет видно прям вот такие вот бугры, прям залепленные, как пробки, это жировые пробки. Вот. И можете 2 раза в месяц вполне достаточно, если вы применяете его как детокс. Если вы моете им от выпадения, то применяйте где-то через раз. Ну, если один раз моете, то через раз. Без выдерживания вы моете как и вам удобно. Но там очень, очень такой насыщенный, коктейль, который будет работать на очищение кожи головы. Так, следующий вопрос, я так понимаю, про мастер-классы. Что делать далеким городам? Каким? Далеким. Далеким городам? Ну, Екатеринбург, например. Я могу выехать и в Пермь. Екатеринбург, например. Екатеринбург, например. У нас здесь Пермь, Литва, Воронеж, Тамбов, Орел. Тут городов много. Нет, ну если я говорю, если вот собирается там 20 человек, то я выезжаю, это не проблема. А, так, если волосы сухие, то какой уход лучше использовать и в какой последовательности? Для сухих волос. Вы берете шампунь для сухих волос, вы берете маску, используете. И, естественно, несмываемый бальзам. И для сухих волос также будет очень хорошо и питательно. Это масло без масла, оно будет идеально работать. Но, опять же, маску не так часто, как я уже и говорил. Маску применяйте 4 раза в месяц. То есть, получается, если очень прям сухие, то можно 2 раза в неделю. Если очень сухой волос, ломкий, можно 2 раза в неделю применять шелковую маску. Если вы, опять же, моете, как часто вы моете голову. Если вы моете 2 раза в неделю, то 2 раза применяйте. Если вы моете... Ну, опять же, еще раз я сделаю упор на то, что не мойте часто голову. Не мойте, не вымывайте естественный себум. Потому что вы этим не помогаете, вы не очищаете кожу. Вы ускоряете метаболизм, чтобы он сильнее вырабатывался. Волос тоньше становится, волос суше становится. Вот. А так прием шампунь, маска, потом несмываемый бальзам и
Если вы сушите, а если и не сушите, применяйте масло без масла, оно идеально для сухих волос, оно запечатает кончики, будет очень хорошо, блестяще, красиво. Так, следующий вопрос. Тон 76 и 87. Использую один к одному. Добавляю тон 29, 1-2 сантиметра. Быстро вымывается приятный рыжезолотистый оттенок. Как продлить эффект? То есть вы делаете такое, кстати, это прям практически пыльная роза, похоже. Но скажу вам, ну примерно насколько вымывается он, как быстро, сколько, ну примерно. 2 недели, неделя. Никто ничего не говорит. Ну, вообще, ну ничего, потому что это блонды. А блонд, как правило, это ну, нестойкий. Вы берете достаточно такие продвинутые тона, которые ну, удержать вы можете только ну, шампунь, естественно, для окрашенных волос. Это человеку предложить. Обязательно бальзам, потому что он запечатывает, он идеально оставляет. Но позволяет не вымываться и от ультрафиолета защищает и не осветляет краситель. Вам только удерживать молекулу красителя надо, только удерживать молекулу. Она может удержаться только в здоровом волосе, вы по-другому никак. То есть вы, может быть, не додерживаете, может быть, не такое сильное проникновение идет внутрь. Вот это вот тоже, это такие вот нюансы, которые, опять же, хорошо на курсе пройти и именно проработать в практике. Так, Сергей, вы можете сказать что-нибудь про линейку новых шампуней? Календула, Вивоактив, Чайное дерево? Вы знаете, ну, скорее всего, ну, так, вкратце могу, да, конечно, сказать про вот Вивоактив, календулы. То есть они в названии говорящие сами за себя. То есть чайное дерево, что оно у нас делает? Масло чайного дерева, оно немножко подсушивает. Оно подходит для очень жирных волос. Оно, опять же, будет питать и усиливать рост. Календула, ну, вообще-то очень-очень-очень широкого спектра действия растения. Оно как и радионуклид, от радионуклидов идет. Оно, опять же, также питает и как содержание большого спектра витаминов. То есть это идет именно такое вот, потому что я именно так вот плотно, я с этими скажу сразу, честно, с шампунями я с ними не работал. Я работал по той линейке, по старой линейке, новой я еще ну, не работал. Но логически и беря вот, я почему скажу, почему... Могу судить, моя бабушка была травницей, я знаю хорошо травы и знаю, как они работают. То есть календула у нас настолько мощный, не только антибиотик, то есть он, есть у него такое действие антибиотика. Календула, шампунь календула будет работать у вас как, скажем так, такое глубокое питание фолликулы и глубокое питание капилляров. То есть, и оно у вас также будет работать от паразитирующих грибков, если у вас есть перхоть. Опять же, календула работает при как легкий УВ-фильтр, но скажу одно, шампунь – это шампунь. Шампунь только моет. Вот во время, когда вы моете, у вас попадает
10-15% веществ, которые не вымоются. Но когда вы смыли водой, они у вас просто уходят. Также вы бальзам, когда наносите, бальзамы смываемые, вы наносите на волосы, да, они у вас поработают, те 5-10 минут, которые им отведены, да, и при смывании у вас остается всего 5%. 5%. Поэтому здесь у нас есть бальзам несмываемый, который идеально работает. Можете добавить туда арган. Потому что арган чуть-чуть только, немного, потому что не перепитать. Немного органа, она у вас еще удержит влагу, потому что основная задача органа – это удержание влаги. Органа – это губка. Она удерживает в волосах влагу, молекулы воды, и они у вас идеально будут увлажнены. Ну, а так вот, как бы, если более плотно, то чайное дерево, само собой, это очищение. Чайное дерево тоже работает как фильтр. Но опять скажу, шампунь – это шампунь. Шампунь нужен для того, чтобы мыть. Ну, даст, да, шампунь вам даст, любой шампунь, какой-то там 10-15% питания. Но если вы хотите чуть больше питания получить, вы работаете с шампунем так же, как с миглиарином. То есть вы нанесли раз, вспенили, потом на 10 минут. Больше 10, потом второй раз, если вспенили 10 минут, смыли. Больше 10 минут не держите, чтобы активные вещества, им достаточно 10 минут. Вы можете пересушить, и чтобы они не начали процесс брожения на голове, вам нужно их удалять. Вам просто все это смойте, как не нужно, наносите дальше полезные вещества, это маска, бальзам. Вот. И скажу опять же, да, добавьте орган. При сухих волосах идеально орган работает. Она опять, еще раз, это губка, которая держит молекулы воды внутри волоса. Так, а какой шампунь тогда использовать при выпадении между использованием шампуня от выпадения? Ну, выбирайте по типу волос. По типу волос выбирайте. То есть, нет, я опять же говорю, если у вас существует проблема, если у вас именно подтвержденная проблема выпадения волос, то вы работаете всей этой линейкой то время, как пока лечите. То есть вы можете применять миглиарин как детокс вообще, как скрапы, как пилинг кожи головы. Вы можете это применять с любым другим продуктом. Но когда вы занимаетесь терапией и лечением выпадения, то вы применяете миглиарин, всю эту терапию. А как убрать желтизну, если красить номером 88? Ну вот прям в курс мне... Хотите изначально выкачать все, чтобы все рассказал. Как убрать желтизну 88-м? Тут я говорю, это идет именно колористика. Тут нужна проблема, я должен видеть сам цвет. То есть насколько он желтый у вас. Потому что 88 – это практически чистый тон, это чистая десятка или технически 11-й, он так, ну, как бы вот он какой цвет. Убрать вы можете, не скажу, потому что это именно курс, потому что здесь работа тонкая. К каждой проблеме мы будем подходить именно досконально ее прорабатывать и... А то сейчас я расскажу, зачем вам курс тогда. Правильно ли я поняла, что шампунь миглиарин хорошо использовать непосредственно перед окрашиванием? Миглиарин перед окрашиванием? Нет. Как правило, вы наносите краску на нечистые волосы.
На грязные волосы вы наносите краситель. Если вы наносите light краситель, то вы наносите на, ну, допустим, там 3-5 дней, да, немытый, ну, невымытый волос. А обычный санатин, то есть light 3-5 дней, а обычный 1-2. Если вы на чистый волос нельзя, нельзя открывать, вы что, вы откроете полностью, всю защиту снимите, весь себум. Себум должен присутствовать, чтобы у вас была защита еще своя, естественная. Если вы уберете защиту, у вас может быть ощущения неприятные появляться, такие как жжение. В любом случае там работает окисляющая эмульсия при окрашивании, и она в любом случае будет раздражать. У нас, естественно, себум должен защищать. 1-2 дня – это просто 100%. Да, любой краситель, любой, если это не хна и не басма. А хна и басма тоже практически не наносятся на чистые волосы, потому что у вас может пойти очень сильное аллергическое раздражение без защиты себума. Маску можно наносить на кожу головы? Масло без масла, если я так понял. Маску, да? Маску. Маску, да, да. Эта маска не содержит тяжелых силиконов, не содержит каких-то закупоривающих именно агентов, которые вот закупорят вам устье. Она призвана, все экопродукты, они призваны лечить, они призваны восстанавливать. Поэтому ее можно наносить на кожу головы, она работает как терапия. Она идеально работает терапевтически на коже. Можно ли наносить бальзам и маску на всю голову или только на кончики? Ну, маску я только что рассказал. И бальзам, в принципе, можно наносить тоже. Я говорю, наши экопродукты не содержат тяжелых силиконов. Они не будут закупоривать и склеивать вам поры. Только вот вы не наносите масло без масла на кожу. А потому что там все-таки есть такой легкий фиксаж, который может вам создать такую пленку, вы ее по волосам. А вот бальзам и маска, это все можно, потому что это витаминные бомбы, которые должны быть на вашей коже и на кончиках, и на всей длине. Главное в меру, главное не перепитайте, не пережирните. Можно, конечно, от души попробовать, но вы увидите, потому что человек пробует, ой, что-то у меня жирное стало. Да потому что вы ливанули туда полбаллона. Все, рачительнее относитесь к этому. Все-таки бережите. Это экопродукт, это драгоценность, которую нужно все-таки отмеривать, а не лить из ведра. Можно наносить, можно, потому что я прямо 1000 раз скажу, это экопродукт. Все пометки эко наносятся и на кожу, потому что все продукты, которые существуют в мире, экопродукты для волос, для кожи, они работают, на них на всех написано. Для волос и кожи, для волос и кожи. Ну вот. Да, я надеюсь, ответил на ваш вопрос. Так, следующий вопрос, цитирую. Какое сочетание красок взять для русского седых? Для... Может быть, для русских. А какой должен быть цвет? Так, следующий. Если шампунь выпадения не часто, то каким быть? Нет, если вы не проводите терапию и терапию восстановления и роста, от выпадения, если вы не проводите терапию, то мойте по вашему типу волос. То есть, если у вас окрашенные волосы для окрашенных волос, если у вас сухие, мойте для сухих, для жирных. Поэтому и существует эта линейка, такая обширная линейка шампуней,
которые ну, по вашему типу волос, по вашей, скажем так, проблеме, по вашей особенности волос. Это уже вам выбирать. Как бы, если вы считаете жирным, мойте для жирных. Сухие, сухие. Ну, миглиарин – это именно это такой вот как бы скраб, это пилинг. Он работает как в сочетании терапии выпадения, так и как пилинг работает для чистой кожи, для того, чтобы она у вас дышала и получала все вещества, которые мы применяем, кроме выпадения. Да? То есть у вас идеально чистая кожа, как я говорил, опять же. Вот два раза в месяц вы сделали себе пилинг, достаточно. Не нужно дополнительно отшелушивать. И применяйте свое, а то один раз вообще, перед тем, как вы за неделю будете краситься. Потому что она все-таки будет, это пилинг, он подснимает цвет. И вам нужно, как бы вы содержите кожу в здоровом виде, применять по назначению, скажем так, как по-другому еще. Можно ли смешивать лайт и обычную краску? Да, лайт и обычный краситель можно смешивать. Можно смешивать. Потому что ну, они друг другу не противоречат. А нужно ли разводить шампунь с салатинтом? Зачем? Вот тоже я не раз сталкивался с этим, что разводить шампунь с салатинтом. Если это не концентрат шампуня, на нем, если бы это был концентрат, то да, его разводят с водой. И как существует, да, во многих продуктах, лечебных продуктах, они выпускаются небольшими пузырьками, но концентратами. Ну, в принципе, не нужно. Вам достаточно его только в руках, вот немного. То есть на мокрые руки вы наносите и в руках. Чтобы сделать более обильную густую пену, там и так его достаточно. Но он не содержит настолько агрессивных составляющих, как бытовые и какие-то специальные шампуни. Он не содержит этих агентов, таких сильных реагентов, что могут раздражить кожу головы, там, спровоцировать выпадение. Потому что, да, я сталкивался с такой вещью, как выпадение было от как Head and Shoulders. Потому что человек каждый день мыл голову, он каждый день плюх сюда, вот здесь постепенно образовалась очаговая лапеция. То есть она образовалась буквально за 2 недели. Человек не смывал, потому что она и так создает пленку. Там достаточно сильные такие агенты, которые прилипчивые, пленочные, вот в Head and Shoulders. То есть они содержат цинк, который прям пленкой прилипляется и не дает распространению, развитию перхоти, развитию грибковой вот этой вот инфекции. То есть он залепляет ее. У нас в этих продуктах нет таких агентов, реагентов, которые будут работать на приклеивание кожи головы. Потому что мы, наоборот, ее очищаем, наоборот, избавляемся, открываем устье, а тут залепили и все, и живи с этим. Как правило, не нужно. Если вы хотите продлить удовольствие от пузырька шампуня, ну, можете разводить. Как бы... Тут уже, как говорится, это ваши личные. Ну все, у нас вопросов больше нет. Нас благодарят за интересную и полезную встречу. Спасибо большое. Я вас тоже благодарю, что вы послушали меня. Если что, я вас жду. Давайте ваши заявки. И мы с Мариной будем уже решать, куда нам ехать и кого учить. С удовольствием. Спасибо вам большое, дорогие мои. Всех с наступающим праздником. Если среди нас есть евреи, поздравляю с наступающим Песах, православных с Пасхой и всех. Всем всего хорошего. Спасибо большое. Да, всем мира еще, да.
Данила, вам отдельное спасибо. Спасибо. Всего доброго. Надеюсь, было интересно.